1 октября изменяется правило перевозки группы детей автобусами. Теперь поездка должна осуществляться в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за безопасность каждого ребенка в транспортном средстве. Все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности в течение всего пути и ни при каких обстоятельствах не вставать с мест во время движения автобуса.